Привет, интернет, меня по-прежнему зовут Баба, и мы продолжаем проходить дополнение к игре Alan Wake под названием Signal. Что же нас сегодня ждет, пока непонятно. Мы попали в какую-то странную локацию достаточно. О, привет. Ой, блядь, ой-ой-ой. Давайте-ка я просто постараюсь... Воу, вот это было эпично. Побыстрее двигаться. Мне кажется, это будет профитнее, чем сражаться с ними всеми. Тем более, что тут время от времени включаются фонари. И это прям профитная штука. Так, так, так. Хорошо. Отлично. Возобновилась энергия, можно немножечко пробежаться. Ай-яй-яй. Сука. Я как раз зажег фальшфайер, и вот такая вот ситуация. Ну, ничего страшного. Блин. Немножко откатило назад. Тут сейчас еще Барри будет долго трындеть. Так, давайте, давайте. Все побыстрее это. Так, просто давайте двигаться быстрее, и все будет хорошо. Отлично. Идите в жопу. Так, flashfire, чтобы немножко подержать их на расстоянии. И возобновить энергию, и побежали вперед. Все хорошо. Бежим, 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 бежим. Отлично. Фонари зажигаются прям по таймингу, как надо. Вау, это было красиво, это было красиво. Давай, Алан, быстрее, пожалуйста. Какой же он иногда медленный. Сука, не умри только сейчас, пожалуйста. А фальшфайра больше нет? Бля. Я не хочу сражаться с ними всеми, я ебал. Я попытаюсь еще раз пробежать. Вот если сейчас не получится, тогда я уже буду с ними сражаться. Но пока что я буду просто бежать. Это того не стоит. Это просто займет прям дохерище времени. Ай-яй-яй. Я увернулся, иди в жопу. Так. Это немножко их задержит. А мы бежим вперед, бежим. Беги, Алан, беги, блядь. Загнали в жопу мира. Вот тут Flashfire спас меня, но у меня их больше нет. Так что на них надеяться дальше будет глупо. Вот тут надо будет поаккуратнее играть. Да я вижу, что вы там появились уже. Ублюдки. Ай-яй-яй, блядь, да вы заебали со всех сторон, сука. Хорошо, этот минус. И этот минус. Перезаряжайся. Блять, да они по новой респаются. Тут просто надо пиздец как быстро бежать. Хорошо, хорошо, хорошо. Блять, я почти добежал до конца локации тогда, сука. Наконец-то. Это кто у нас? О, Андерсон. Тор Андерсон, бог грома и молний, пьяница с буйным характером и кувалдой. Подходите, подходите все, взгляните в лицо убийствам и бурям. Этот голос уходящей эпохи, открытый для читателей Барри Уиллером, предлагает проницательно новый подход к старым проблемам. Только попробуйте уйти из книжной лавки без книги самоучителя, гвозди бы делать из этих людей. Предисловие Барри Уиллера. Окей, уходим.
Так, ладно, здесь нормальный спуск, хорошо. Пока не откроешь эту дверь, не попадешь на склад. Это путь вперед. Если это все придумываю я, почему все так запутано? Все потому, что ты сложный человек, и тебя никто не понимает. Заткнись. Но я говорю... Барри! Так, колеса. Красная коробка. Я не знаю. Давайте красную коробку. А, это вот... Это вот красная коробка. Лол. Дерби. Бррр. Блин, это прикольно. Хорошо, аккуратненько. Ну как бы дерби аккуратненько, это конечно не совсем подходящие друг к другу слова. Тут, кстати, есть тачка, которую я могу в случае чего взять, если я эту разобью. Ай-яй, больно, больно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Алла, быстро двигайся к другой тачке. Давай, 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 давай. Хорошо. Так, я вон там вижу свет. Давай. Все, тачки жопа. А тут еще тачка есть. В случае чего. Насос, колеса, красная коробка. Колеса. Ай-яй-яй, я даже выехать не могу. Хорошо, минус одна. Че за... А, тачки жопа, я понял. Сука, гори. Хорошо, вторую тоже сжег. Отлично. Ай. Ты что здесь забыл? Ублюдок, мать твою. Что за насос? Серьезно, насос, блядь. Помповое ружье, это, блядь, насос. Окей. Дверь открыта. И красную коробочку я тоже, пожалуй, заберу. Лишней она точно не будет. Ай-яй-яй. Хорошо, там еще был один. А, нет, тут еще один, тут разная летающая хрень, которая пытается меня убить. Это немножко другое. Так. Перезаряжаемся и бежим вперед. Барри там сидит, кайфует от зрелища, ему ок. Его все устраивает. Еще какая-то херня хочет меня убить. Ну, это не в первый раз. Так, будильник. Я не знаю, зачем мне эти будильники, но я возьму его. Типа чисто, чтобы было. Кстати, тачки здесь не то чтобы прочные, как я уже заметил. Хотя казалось бы. Офигеть, как ее носит. Ай, сука! Как не вовремя вы... Как не вовремя тачка сдохла. Как же это все, блядь, не вовремя было. Ай-яй, сука, еще из-за спины. Ах вы ж... Пидорасы. Да сука!
Блять. Сука, это же сейчас с самого начала, блять, с этими тачками. Нет, это радует, хорошо. Ибо если бы пришлось с самого начала с ними сражаться, я бы, блять, бомбанул. Я не помню, там уже засчитали, что я нажал эту кнопку, ворота открылись? Сука, я не вижу. Надо проверить, потому что если мне потом придется бежать, то будет хуже. Нет, я только сейчас завязал ее. Вот, правильно сделал, что вернулся. Иначе была бы беда. О, блядь, начинается. Так, бежим вперед. Так, эту хрень я сжег. Отлично. Бери будильник. Вот этот вот бесполезный. Садись в тачку и погнали. О, вот, началось. Начинается опять. Чего вы так душите-то? Так, я вот так стану и буду прожигать их, чтобы не тратить батарейки. Их там слишком дохера. Ой, бух-бух, все взрывается. Ну, они уже все без щитков. А без щитков их разобрать, это уже не такая большая проблема. Отлично. Так, а куда дальше-то? Непонятно. Скорее всего, наверх, но я думаю, что где-то здесь должны быть еще какие-то ресурсики. Ну, нет, так нет. Ладно, идем наверх. Так, там ничего интересного нет. Отсюда не вижу, но, скорее всего, нет. Так, сигнальная ракета, там еще что-то. Красная коробка. О, красная коробка, это хорошо. Это даже очень хорошо. Люблю красные коробки. Охота. Охота — это, скорее всего, охотничье ружье. Но мне его не надо. О, память. А вот память — это то, что мне нужно. Эй, ты что творишь? Это моя половина постели. К чему была эта фраза? Он попался в западню, вокруг были враги. Уэйку некуда было бежать. Да чё вы душите так? Да, 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 я вижу, что не со всех сторон, сука. Увернулся. Ай-яй-яй. Хорошо. Ух, как их там дохера. Да сгорите вы уже все, наконец. Как много сражений в этом дополнении. Слишком много. Перезаряжайся. Хорошо, отбился. Очень много сражений. Так, влезть. Лезем.
Влезаем, точнее. Так, энергия. Энергия — это батарейки, если я не ошибаюсь. Да, но у меня их и так достаточно. Фонарик мне не нужен сейчас. Сигнальная ракета. Вот сигнальную ракету я даже... Я даже вернусь, чтобы ее забрать. Бежим вперед. Куда теперь? Не понимаю. Скорее всего, здесь вот лабиринт надо пройти. И там будет какой-то проход. Ёб твою мать. Я даже немножко пересрал, вот правда. Уёбок с бензопилой еще. Сука. Какой же он живучий. Все обойму на него пришлось отдать. Красная коробка. Отлично. Что тут у нас? Ничего интересного. Там, скорее всего, будет закрыто. Даже не буду туда идти. Хорошо. Мне хорошо, тут опять враги. Сука, когда же они закончатся? Надо использовать окружение, надо стрелять чаще по бочкам, они хорошо работают. Как я заметил. Так, ой-ой-ой-ой-ой, отходим назад и давай. Отлично. Давай-давай-давай-давай, это последний. Правда же? Да, перезаряжайся. Сраные лабиринты, блин. Кажется, от здешней пыли у меня аллергия. Ты там даже не настоящий. Ну вот, аллергия определенно началась. Вообще, видишь, аллергия. Ой, Барри, Барри. Ну, Барри веселый тип. Это круто, что он разряжает обстановку во многих моментах. Хорошо. Там как бы есть бочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вижу, что давят со всех сторон. Отлично. Проходим. Так. Там еще два типа остались, но это уже не проблема. Не имею сейчас. А, три типа. Ну, все равно не критично. Хорошо. С ними тоже разобрался. Так, перезарядись, пожалуйста. Отлично. Мост, память. Давайте сначала память, а потом мост. Хватит. Нас ждут внизу. У нас нет времени на Алан. Я знал, что ее здесь на самом деле нет, и все же сердце обливалось кровью. Я сберег Элис, но даже не помнил, когда это было, несколько дней назад, месяц назад, еще раньше. Наверняка не узнаешь. Грустненько. Так, включаем эту хрень. И... В
Я не понимаю, что это заработало. Ну ладно. О, Элис Вейк. Элис Вейк. Красотка с роскошной попой, боящейся темноты. Настоящий оазис посреди пустыни. Новая иллюстрированная книга знаменитой женщины-фотографа изобилует снимками пикантных и очень пикантных ситуаций из ее жизни с мужем. Ситуаций, которых не было в помине. Муза писателя. Предварительные заказы уже принимаются. Я так понимаю, что здесь вымышленные истории и вымышленные характеристики персонажей. Судя по всему. Так, тут нету прохода. Значит, я что-то пропустил. Вот здесь. Понять бы еще, что и где я пропустил. Типа вот сюда я не могу выпрыгнуть никак. А я могу толкнуть вот эту штуку. Господи, какой же я глупый. А дальше что? Мне прыгать? Мне кажется, это херовая идея прыгать. Подождите. Я где-то что-то упустил, по-любому. Нет. Ладно, давайте я еще чекну вот здесь кнопку. Может быть, она срабатывает только на некоторое время. И это как раз-таки поможет мне вот здесь как-то перебраться. А, да. Я все правильно понял. Отлично. Да ладно, спасибо, что сказал. Барри, я бы без тебя этого и не понял. Так, хорошо, жирного убил. Сейчас разберусь с остальными. Ух, блядь, главное не упасть. Ай-яй-яй. Блядь. Что ж, попытка номер два. Теперь меня, по крайней мере, никто не окружил. Так, перезаряжаемся. Ну, тут даже удалось сберечь себе фальшфайер. Все потому, что эффект неожиданности. Они тебя со всех сторон окружают, и ты теряешься. Не знаешь, кого первым убивать и что делать. И ты такой, что делать? Капец. Эй, солнце, иди сюда. У меня для тебя есть кое-что. Мне оставалось лишь надеяться, что с Элис все в порядке. Я не знал, что случилось с ней после того, как она покинула темную обитель. Зейн, это ты? Я бы так просто туда не прыгал, наверное, но как бы вариантов нет, так что. Стоп, замри так. Хороший был ракурс. Вот так? Ага, только улыбнись чуть пошире. Нет, так уже чересчур. Нужен загадочный вид. Может, даже немножко грозный. Сам знаешь, как люди любят всяких опасных обаяшек. Но я не опасен. Да ладно тебе, пишешь вечно всякую жуть. Все кругом думают, что тебе это по опыту знакомо. В этой книге ты убиваешь Кейси, так что если будешь смахивать на убийцу, получится самое то. Да-да, сейчас хорошо. Повтори-ка. Ну просто прелесть. Опасная прелесть. Знаешь, я сомневалась насчет бороды, но теперь вижу, что ошибалась. На тебе идет. Ладно, пожалуй, это все. Здорово, не терпится вылезти из этого костюма. А жизнь-то налаживается. Да, что опасно, то привлекательно. Они пропали. Это было, когда я еще работал, когда чувствовал себя настоящим писателем, а не обманщиком. Это было приятное воспоминание, лучше бы я его не видел. Ладно, идем дальше. Я так понимаю, воспоминаний будет еще много.
О, это наша спальня. Но вид из окна похуже, пожалуй. Так, странно, в спальне. Мне всегда казалось, что у него была только одна дверь. Хотя, а не, все правильно, две двери, одна в туалет еще вела. Будильник. Еще больший фонарик. Что это за сопение? Так, окей, последняя дверь. Алан, ты добрался. Эта часть темной обители поспокойнее, по крайней мере сейчас. Здесь мы можем поговорить, но времени у нас немного. Зейн, как мне отсюда выбраться? То, с чем ты сталкиваешься, это все ты сам, даже наш разговор. Тьма наступает. Его просто смело, он пропал, он знал это, он знал. У него не оставалось сил, он знал, что выхода нет. Мир сбился с пути, напрочь испортился. Нет, я здесь, Зейн, это не я, это просто, ну я не знаю, отголосок, галлюцинация, темная сущность. Нет, темная сущность тут ни при чем, это сделал ты. Ты сам заключил себя в собственный кошмар. Ты сражаешься сам с собой. Коик этого не понимал, ему отсюда не выбраться. Ему уже не проснуться. Его поглотит волна тьмы. Она подступала. Нет, Алан, ты должен... Зейн исчез. Сметенный и нахлынувшим безумием, Уэйк чувствовал, как что-то грызет его разум. Тьма была не таким уж бедствием. Она была в нем, он ее чувствовал, он знал, что голос говорит правду. Это было даже трудно помыслить. Он не мог разобраться в этом, не мог. Ему хотелось отдаться течению, перестать думать и будь что будет. Какого хуя, что происходит? Все становится еще более запутанным. Ай-яй-яй. Окей, я пробил себе путь дальше, но... Это не меняет факта. Какого хуя? Все слишком запутано. Где я теперь? Что это за локация? Ладно. Прыгаем, а там посмотрим. Ай-яй-яй. Блять, пиздец, как меня быстро разобрали. Это какой-то босс, я так понимаю. Так, я понял, так это работать не будет. Так, берем... Все ресурсы, которые я могу поднять. Так, вот эту хрень надо зажечь, пока меня она не убила нахер. Хорошо. Да ёбаный в рот. Почему меня всегда все пытается убить? Так, у меня еще есть вальшфайеры, хорошо. Окей. Я уже ракетами пуляю, потому что я, блядь, хз, что делать. Так. Так, хотя бы немножечко себя защищу. И может быть, даже если умру, то не сейчас, а смогу еще чуть-чуть пожить.
Я не успеваю читать, что там снизу написано, ребят, сорян. Блять, еще и какой-то уебок сзади. Ай-яй-яй, больно. Гори, сука. Хорошо, сжег. Ай-яй-яй. Хорошо, пока что живу. Все? Надо было просто хорошо попасть, я понял. Так, перезарядим ракетницу, собираем ресурсы. Тут, скорее всего, сейчас еще какие-то уебки выскочат. Но это уже не то, чтобы большая проблема была. Вон там телевизор все-таки стоит. Ай, это было больно. Какого хера, что за сраная баржа? Еще и мои книжечки прилетели. Ох, как это мило. Блять, это посложнее, чем босс в финале игры. Но там как такового босса не было, по сути. Ну тут что-то прям со сложностью, ну типа намудрили. Это явно сложнее, чем предыдущие этапы. Хорошо, эту хрень сжег. Слишком громко, не могу думать, это у меня в голове. Вот так, Алан. Хартман. Все это у тебя в голове, ты сам все это сотворил. Нет, нет, нет. Правда, Уэйк, давай же. Твои галлюцинации. Чё за бред, блять? Я уже в конец запутался. Почему это происходит со мной? Коттедж, нет, Хартман, выхода нет. Как мне отсюда выбраться? Нет, как мне отсюда выбраться? Конец эпизода. Прикольно. Прикольно, много чего вроде как объяснилось и прояснилось, но много чего вообще еще больше закрутили. Неужели Уэйк и правда болен, и все это у него в воображении? Ладно, ребятки, на этом мы сегодня останавливаемся. Постараюсь как можно быстрее пройти и второе дополнение, и тогда уже будем делать какие-то выводы. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Про лайки и подписки не забывайте. Мы с вами увидимся совсем скоро. Всем спасибо за просмотр еще раз. И всем пока.